Одного писателя спросили: «Почему вы стали писателем?» Он ответил: «Потому что я хотел прославиться, рассказать людям о своих чувствах и мыслях, искренне рассказать о себе, поделиться своим ценным жизненным опытом, заработать много денег, попробовать свои силы в новом деле, общаться с широким кругом людей, узнать о себе мнение других, близко познакомиться с выдающимися людьми, много путешествовать, получить новые знания, оказывать влияние на других, внести свой посильный вклад в литературу». Он еще долго продолжал перечислять причины своего занятия. В это время все, кто хотел узнать ответ на этот вопрос, подумали: «А я тоже смогу».